вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Точка зору депутата». І сьогодні у нас в студії гість Володимир Гулін, депутат Миколаївської обласної ради, фракція «Батьківщина». Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Володимир, ну, в обласній раді ви вперше представляєте інтереси свого району, Єланицького району, так? Скажіть, будь ласка, робота в обласній раді, а раніше ви були депутатом місцевої ради, районної ради. Чи відрізняється вона? Наскільки цікавіше для вас і які складнощі є? Ну, робота, звісно, і інтересніше, і роботи побільше. В принципі, той опит, який я отримав в районній раді, сьогодні він мені допомагає. Особливо моя работа тоже помогает. Поэтому как бы трудностей абсолютно таких больших нет. Но чем отличается в корне, это тем, что, конечно, намного больше ответственность перед людьми, перед своими выборцами, которые доверили. И реально, когда ты идешь на комиссию или на сессию, то реально понимаешь, что ты должен сделать то, что от тебя зависит, чтобы что-то в этой жизни поменять. Тем более в такие тяжелые времена. А в принципе, работа почти одна и та же. Если говорить о работе в комиссии, в какой комиссии вы представляете? Я сегодня в профильной комиссии по АПК. Ну, собственно, ваш профиль, это мой то, что профиль, вам интересно. Это моя профессия, то, что по душе, и как бы уже зубы съел на этом. И если говорить о проблемах района и работе комиссии, вы каким-то образом озвучиваете их? О чем, как, вот если в принципе говорить о проблемах в районе, какие они? Ну, абсолютно нового ничего не скажу, потому что все проблемы, которые у нас в районе, это проблемы в основном во всех районах. Это и ОСГ, выделение земли на особистое селянское господарство, ведение селянского господарства. Это заключение договоров, это изменения в договорах, где сейчас у нас процветает коррупция. Вот. Поэтому все вопросы, что в области, что в районе, абсолютно, абсолютно одинаковые. И мы их знаем, и стараемся как бы свою работу в комиссиях направить именно по решению этих вопросов. Смотрите, вот вы говорите о земельных вопросах, насколько, в принципе, сегодня эта проблема актуальна, во-первых. Во-вторых, сегодня очень много говорят о том, чтобы, не только говорят, делают, да, чтобы выделять землю участникам антитеррористической операции. Так или иначе, с разным успехом, в общем-то, земля эта выделяется. Как у вас в районе работа идет? Ну, вы правильно подметили, что с разным успехом. Ну, за Еланинский район, я скажу, что у нас все ребята, которые прошли зону АТО, они получили землю. Единственное, остались единицы, которые сегодня, ну, как бы, не подходят место, где им выделяют землю. Ну, это такие вопросы, которые, я думаю, в ближайшем будущем решать. Но так, чтобы вообще не было земли для участников АТО, у нас такого нет. Что касается других районов, такие случаи есть. Вот, и мы, кстати, сегодня на комиссии профильной своей рассматривали. Было у нас звернення одного депутата, поэтому как бы помогли ему решить этот вопрос. И причем банально просто. Все эти вопросы решаются на уровне районных рад, районной администрации. Есть державная земля, яку обробляють сільхозвиробники, з якими, які, ну, які дають согласие на то, що вони віддають землю під ОСГ. Вот. На сьогоднішній день закон на стороні сільхозвиробників, то есть без його разрешения землю для учасника АТО взяти нельзя. Но если сегодня подойти правильно к этому вопросу, допустим, у меня есть земля державная, я даю согласие
чтобы мою землю, которую я сегодня обрабатываю, на которой у меня она есть у вас договор, в аренде. Да, в аренде, я даю сгоду. Но в этой сгоде должны участвовать три субъекта. Это я, допустим, который сельхозвыробник, это участник АТО и администрация. То есть, если я даю согласие, эту землю отдают как бы для участника АТО, а администрация уже гарант того, что эта же земля я возьму в аренду этого же участника АТО. Ну, то есть аренду вы будете платить уже не администрации, не администрация, а участнику АТО. Причем для сельхозвыробника этот момент, он выгоден. Почему? Потому что, допустим, у меня есть договор, к примеру, да, на 25 лет. Уже осталось, допустим, 10 лет. Но я могу с участником АТО заключить договор, допустим, не на 10 лет оставшихся, а на 20 лет. Для сельхозпроизводителя это выгодно. Ну, то есть какая-то гарантия стабильности. Конечно, конечно. Поэтому здесь ничего как бы сложного нет, и выход очень простой, элементарный. То есть именно это мешает, именно эта причина, да, мешает в других районах? В других районах, да. То есть на местах люди не могут договориться. А депутаты, ну, вы стараетесь как-то вмешиваться в этот процесс, да, находить общий язык? Ну, вот в данный момент мы сегодня обсуждали, и вот как раз советовали, я выступал и объяснял, кто подал нам обращение. Я привел простой пример, и со мной согласились. Хорошо. Насколько я знаю, в Еланецком районе и в соседних районах сегодня очень серьезная проблема, которая на слуху не только здесь, не только в районе области, но и в целом в Украине, это дороги. Проблема, в принципе, актуальная, наверное, для всей области, потому что и Очаковское направление, и Еландецкое направление, и Новобукское направление, но все как-то вот, я не знаю, наверное, немцы в 45-м лучше оставили. Как сегодня, вообще, что сейчас происходит на этих дорогах, перекрыты они, не перекрыты? Как решается проблема? Ну, я думаю, для телезрителей не будет новинкой то, что я скажу, что на сегодняшний день там дороги как были никакими, такими они остаются. Понятно, что основная проблема – это финансирование. Но таких дорог, как в Еланецком районе, конечно, я думаю, что во всей Николаевской области нет. Через наш район проходит основная вена, скажем так, кровеносная, которая тянется к портам со всей Украины. Это вот дорога Н-14, Кировоград-Николаев. Она связывала, вернее, Крым, и Николаев, и Одессу. По этой дороге идут все эти тяжелые грузы, везут зерно. И как раз вот наших два села, я считаю, крупных, они больше всех страдают. Этими дорогами это пользуются. Это село Васиятское и Водино-Лорино. Ну, честно говоря, даже я описать не могу, какое состояние у них, но на сегодняшний день весь поток пошел уже, свернул с этой дороги, пошел в сторону Еланца через Вознесенск. Поэтому проблема основная – это финансирование. Сегодня спасибо людям, которые вышли на дороги. Они сегодня заставили руководство принимать решения какие-то кардинальные. Сегодня уже сдвинулось с мертвой точки, уже хоть какие-то деньги пошли. Проблема финансирования, конечно, когда она решится, неизвестно, но на сегодняшний день ситуация такая, что люди, почему вышли на дороги? Люди вышли на дороги по нескольким причинам. Первое, ну, во-первых, дома разрушаются. От большегрузового движения, абсолютно, да? Верно. Разрушаются дома, стены отходят на 10-20 сантиметров. Ну, чтобы вы представляли, тяжелорузы идут по дороге, все это содрогается, и не один день, вот, а уже долго. Я был в таких зданиях, то, конечно, люди... Видно, да? Да, видно, ну, дома рушатся, в прямом смысле слова. Следующее. 20 километров расстояния к районному центру. Это и роженицы, и тяжелобольные, это пожарные машины. Все никогда вовремя не приедет. То есть
напрямую это люди, ну, как бы взволнованы тем, что сегодня это у них нет, чтобы оперативность была, мобильность была. Решить эту проблему сегодня хотят все. Сегодня, скажем, все консолидировались, все партии, какой бы ориентации он ни был, но все понимают, реально это проблема. Сегодня каждый предлагает свои услуги, и каждый видит решение своих проблем. Лично я вижу решение этой проблемы таким образом, что все-таки мы должны как-то собраться все те, которые в первую очередь страдают. Это люди, это сельхозпроизводители, это автоперевозчики, это зернотрейдеры, это порты, это город, потому что все эти порты, перевалки, терминалы, они все находятся на территории города. Это дополнительный их доход, поэтому все должны садиться за круглый стол, вот, и все участвовать в решении этого вопроса. Сегодня вся работа проводится в том, что предлагается финансирование, то есть бюджет областной, бюджет районный, бюджет сельский. Все это как-то призывает к тому, чтобы все вкладывали деньги туда. А эта дорога какого значения? Это державное значение. А государство каким-то образом справится участвовать? На сегодняшний день ту сумму, которую выделило государство, она пошла в основном на дорогу вот в Новобузском районе, да, и, наверное, скорее всего, туда вот в Первомайский район пойдет. На сегодняшний день наши автомобильные службы защищали, значит, проектную документацию, проекты защищали на сумму 3,5 миллиарда. А дали им всего-навсего там 324 миллиона, 50, где-то 374 миллиона всего. То есть проблему это не решит? Нет. То есть проблема сегодня держава не решает. Но получается, что даже если мы будем СПИФ финансировать, то самое обидное то, что эти деньги идут впустую. То есть почему? Потому что они идут на месяц, на два, ну, в лучшем случае на полгода. И все эти миллионы, которые мы сегодня по крохам собираем, вот сегодня, в частности, Иланский район, для СПИФ финансирования там 1 140 000 как бы готов СПИФ финансировать. Но даже с областным бюджетом. Эти суммы, это не 3,5 миллиарда. Поэтому я и как бы предлагаю эти деньги все-таки использовать таким образом, чтобы они там служили не месяц, не два. Сегодня спасать надо те дороги, которые еще сегодня проезжаемые, по которым сегодня пошли основные потоки, которые разрушаются сегодня. Лучше деньги вложить туда в первую очередь, отремонтировать эту дорогу, чтобы она еще послужила как минимум год или полтора, и постепенно ее тоже содержать. Сегодня деньги эти бросаются на такие участки, где эти деньги растворятся буквально за месяц, за три месяца. Получается, на сегодняшний день реально надо строить капитальные дороги, потому что там ремонту ничего не подлежит. И, наверное, даже по новой технологии, потому что, насколько я понимаю, транспорт легче не станет. Правильно? Что касается ограничения, это сегодня вопрос очень серьезный и проконтролировать очень сложно. Поэтому сегодня не имея дороги, ставить вопрос ограничения движения почем? По дорогам каким нет? Я считаю, что дороги надо сделать, а потом и делать ограничения. Ну, ограничения сделать проще, чем дороги. Сегодня есть два села. Вот там, я считаю, надо вложить эти деньги, сделать капитальный ремонт. Это соединение между двумя селами. Да, тогда деньги будут вложены действительно рационально. Сделать дорогу между Иланцем и Вознесенском. Да, действительно, мы сбережем дорогу. Нам не придется там в десятки раз больше выкидывать денег потом, когда ее полностью разобьют, и она будет в таком состоянии, как вот от Иланца до Васильевского. Ну хорошо, но ямочный ремонт, он, наверное, тоже не решит проблему, потому что, я же говорю, транспорт легче не станет. Ямочный ремонт будет развивать. Ямочный ремонт проблему решит там, где сегодня есть проезжаемость. Мы ее сбережем. Мы, если будем делать ямочный ремонт, мы эту дорогу сбережем. Но, еще раз говорю, если эти деньги кинуть на те дороги, которые абсолютно, ну,
где надо делать капитальный ремонт, мы их просто там кидаем, как капля в море, будет они там. Деньги надо использовать рационально. Да, понятно, что надо делать проезжаемость. Но я считаю, что эти деньги лучше сделать, потратить именно в селе Васиятском, именно в селе Водина-Лорина, где люди действительно будут нормально там чувствовать, у них дома не будут рушиться, у них будет проходимость. Они проезжаемость, потому что в некоторых местах даже и проходить тяжело. Мы в прошлом году проезжали по этой дороге, и там прямо вот как волны, наверное, ну, больше, чем половина человеческого. Ну, вы можете себе представить, это год прошел. Это как асфальт. Год они прошел, еще выше. Еще выше. Поэтому, как бы, проблема не только это для Иланинского района. Это проблема для всего, для всей области. Ну, а СПИФ-финансирование... Честно сказать, на сегодняшний день селищные сельские рады нашего района, скажем, поповнюються дуже слабо, потому что основные налоги у нас от земли. Uh-huh. То есть у нас нет больших налогов от, скажем, от акцизов, потому что у нас там два магазина каких-то, стоит одна заправка. Львиная доля пополнения бюджета идет в городах. Почему я и говорю, что город тоже должен заинтересовать. На их территориях и порты, и терминалы, и стоянки всевозможные. То есть, если все эти люди, которые страдают от того, что у нас нет дороги, они сядут за стол переговоров, то львиную долю денег мы можем собрать. Ну, вы озвучили свою точку зрения, а вас услышали? Готовы ли участники всего процесса садиться за стол переговоров, договариваться и искать На сегодняшний варианты? День, я говорю, сессия районной рады, Еланинской районной рады вчера у нас была. Вчера мы утвердили 1 140 000, если я не ошибаюсь, вот, то есть СПИФ-финансирование. Сегодня, да. Следующий этап, это, наверное, скорее всего, будет... переговоры с зернотрейдерами, с сельхозпредпринимателями. То есть у нас в Иланинском районе уже разговор идет о том, что создать спилку сельхозвыробников, где мы будем собирать, скажем, финансы тоже. Именно они будут направлены на ремонт дорог. Вот. Ну а селищные рады, я думаю, что они огромную помощь окажут даже тем, что на сегодняшний день вот у нас в Лорино работает служба автомобильных дорог, то они сегодня там, насколько я знаю, и продуктами обеспечивают, и жильем обеспечивают ночлегом. То есть, как бы, люди тоже принимают активное участие. Ну, вот, если говорить о наполнении бюджета, ну, вот вы говорите, да, в городе с этим проще, а в селах, в принципе, люди сегодня стремятся каким-то образом, не знаю, найти инвестора, спонсора, ну, сельские советы. Как они наполняют бюджет, если вы говорите, что с этим туго достаточно? Ну, достаточно туго по одной причине, что инвесторы в больших городах в основном, где большой бизнес. Пополнение бюджета в районе у нас идет в основном от земли. Честно говоря, это очень больной вопрос не только для района тоже, но и для области. Но решить его на сегодняшний день очень и очень сложно. На сегодняшний день основной источник – это налоги по земле, это подоходный налог заработка, который сегодня в тени и тщательно скрывается. А рычагов все это как бы вскрыть на сегодняшний день и законных подстав нема. Поэтому на сегодняшний день принимаются как бы такие неординарные решения. Вот, скажем, у нас скоро будет и на областном совете этот вопрос рассматривается, чтобы как-то помочь фискальным службам, скажем, милиции, другим организациям, которые имеют давление на, скажем, людей, злостных неплательщиков, дать им возможность все это вскрывать и чтобы пополнился бюджет. Ну, а основные источники – это то, что сегодня много земли в тени, то есть она обрабатывается, но деньги не платятся. Многие односебники показывают, что они не получают доход или получают очень слабый доход. Много фермеров, которые
вернее односебники, у которых 8 гектар земли, на самом деле они обрабатывают по 200, по 300 гектар. Ничего себе. А отчитываются они все, как вроде бы они обрабатывали. Ну а чтобы вы понимали, это разница, к примеру, где-то в 10 раз, то, что платят они, и то, что они должны положено платить. Хотя на сегодняшний день мало кто участие принимает в жизни района, потому что в основном люди, которые работают, ну, предприятия, сельхозпредприятия работают по белым, они несут и социальную нагрузку, и налоговую нагрузку. Все эти маленькие предприятия абсолютно нагрузки никакой не несут. Що ж, на жаль, наш час вичерпано. Ми будемо сподіватися, що знайдуть керівники району, області важелі впливу на таких фермерів і бюджети стануть набагато кращими. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповідь і на все добре вам. На все добре.